Кто такая мать Миранда? Миранда родилась в конце 19 века в деревне, расположенной в горном регионе Восточной Европы. В июне 1909 года у нее родилась дочь по имени Ева, но потеряла ее в августе 1919, когда девочка подхватила испанку. Оплакивая смерть дочери, Миранда побрела вдоль горного ручья к пещере к северу от деревни, где намеревалась умереть в одиночестве и воссоединиться со своей дочерью. Проведя там некоторое время, она обнаружила грибковый суперорганизм – микориза, также известный как мегамицелий. После заражения им она получила воспоминания давно умерших людей, которые также контактировали с организмом. После Миранда вернулась в свою деревню и вскоре начала использовать микоризу и его плесень, чтобы контролировать тысячи жителей деревни для своих собственных экспериментов. Она начала зваться матерью Миранды и стала религиозной фигурой в общине, называя себя прорицательницей темного божества. Также она предлагала защиту и благословение своим односельчанам, а изображение мегамицета использовалось в качестве символа веры деревни.